Портрет Барбары Дюрер, матери знаменитого немецкого художника Альбрехта Дюрера. Она была дочерью золотых дел мастера Иеронима Холбера, у которого Альбрехт Дюрер-старший, отец великого художника, был подмастерьем целых 12 лет. Дюрер-старший только в 40-летнем возрасте смог предъявить имущество на 100 гульденов, что требовалось для получения прав мастера, и женился на 15-летней дочери Холбера, Барбаре. Затем с помощью тестя открыл наконец самостоятельную мастерскую. На портрете очень сдержанная, погруженная в свои мысли женщина. От ее образа веет добротой и покоем. Ей пришлось испытать много боя. Из ее 18 детей выжили только трое. Большинство ее детей умирали во младенчестве, некоторых унесла эпидемия чумы. Но эта добрая женщина не озлобилась и не отчаялась. Портрет написан с большой сыновьей любовью. Уже в своих первых работах, портрете отца и портрете матери, молодой начинающий художник предстает зрелым мастером, который в будущем удивит мир своими непревзойденными шедеврами. Портрет матери – начало творческого пути и дань любви и благодарности родителям за то, что они позволили своему сыну Альбрехту Дюреру стать художником. Определили его на учебу к известному художнику Михаэлю Вольгемуту и не требовали от молодого человека продолжать свой семейный бизнес, быть золотых дел мастером. В этом отношении великому художнику очень повезло, особенно в сравнении с Йоганном Гутенбергом, изобретателем печатного станка, который тоже происходил из семьи золотых дел мастеров-ювелиров, но судьба которого сложилась очень трагически. До 1977 года этот портрет не связывался с матерью Дюрера. Исследователь жизни и творчества художника Федя Анцелевский отметил сходство женщины на портрете с рисунком 1514 года, единственным подписанным портретом Барбары Дюрер, где мать художника нарисована им в возрасте 63 лет. Сравнив зеркально перевернутый портрет 1490 года и рисунок 1514, Анцелевский счел их изображениями одной и той же женщины. Искусствовед Юлиан фон Фиркс отмечает, что Дюрер мог быть знаком с портретом графа Георга фон Левенштейна, работы Ганса Брейденвурфа, через своего учителя Михаэля Вольгемута. Этот портрет – один из примеров изображения пожилого человека, в свою очередь, вероятно, был создан под влиянием портрета кардинала Николу Альбергатти, приписываемого Ван Эйку.